Всем привет! Сейчас я вам покажу, как мы решали 179-ю задачу. Пятиклассник купил к новому учебному году пенал и альбом для рисования, заплатив за покупку 7 рублей. Альбом стоил на 3 рубля дешевле, чем пенал. Сколько стоили пенал и альбом для рисования в отдельности? Вот, я написал вот так. X это пенал, а x минус 3 в скобках. Это будет альбом. Так, x плюс x минус 3 в скобках. X минус скобка открывается, x минус 3 закрывается скобка. Равно 7. Второе, 2 икса. 2 икса равно 10. X равно 5 рублей пенал. Это 5 рублей пенал стоит. А 5 минус 3 равно 2. Это альбом. Так и так стоит.